Думаю, да. Капец. Сейчас пацаны залетают, а я с голой жопой лежу, с воском на спине, с паяльником привязанный. Я думаю, все, Владик, там черное жопа. Вынимаем сначала этот из розетки паяльник, убираем его. Он зашел с газовой горелкой, такой большой, и огнем вот так вот нас попугал. Типа вот эти смехи, крики вот эти жуткие. Всем привет, ребята! Всем привет. Сегодня МакДакленд. МакДональдс. МакДредит. Фу, взяли две менюшки, три менюшки. Три. Биг Тести меню. Биг Мак меню. Макшнакс наггетс меню. Три большие картошки фри. Апельсиновый сок. Спрайт и колу. Колу, это фанта. Фанту. Вот это фанта, вот это спрайт, это сок. Ты все наоборот показал. Ничего страшного. Урод. Так, из соусов у нас кисло-сладкий, горчичный и все? Или был третий какой-то? А и все. И все. Короче, расскажем историю, как мы брали мак, расскажем историю вам, как мы ходили на хоррор-квест интереснейший. Так что приятного аппетита, приятного просмотра. Фух, первым летит вот этот. А я начну фанты. Нет, я уже не могу дождаться, этот укус я потерплю. Странные трубочки. Может, ты отрежешь половину? Это котлетка. Так, это что? Это кисло-сладкий, это не мое. А это горчичный. Сюда. Разрежь и покажи зрителям в разрезе. Чтобы все поровну, урод. Оп. Владик писает трусы. Кто что взял Биг Мак меню, а не Биг Тест? Да, Паша взял Биг Тест, я это говорю, ну я тоже туда. Говорит, нет, твой для разнообразия. А теперь что-то не сходство, неравенство какое-то. А пока ты режешь, я возьму наггетс. О, вот, ребята. Да. МакДональдс. Вообще, насколько я помню, в Биг Тесте там разные соусы, разные котлетки вроде. Биг Тести вкуснее. На Биг... Это... Ой, наоборот, Биг Тести больше. Биг Мак вкуснее. Биг Мак трехэтаж. Но самый вкусный бургер, который я ел в Макдональдсе, это двойной чизбургер. Это просто самое жесткое, что там есть. Дабл чиз? Угу. Это самый ядерный чамбургер. Так. Блин. Очень давно не ел мак. Картошечка чуть-чуть подгулявшая. Не такая. Это нормально. Но вкусная. Свежачок. Короче, мак сейчас можем мы заказать только доставкой. И чтобы его смочь заказать, нужно стоять прям под маком. То есть ты прям под маком заказываешь доставку прям под мак. Мы приехали сколько? 8 утра. Угу. Приехали. В принципе, сразу заказали. Было написано, что мы будем ждать час заказ. Но мне курьер уже набрал спустя минут 15-20. Угу. А я уже тогда уехал. Вот. Картошка класс. Теперь надо попробовать наггетс. С кисло-сладким соусом, то, что надо. То, что я помню. Так. Это кайфарик. Так, нам надо еще историю рассказать. Короче. Эта история, как мы праздновали мое 20-летие.
Да. Был, естественно, я, Влад и еще трое друзей. Мы рано утром выехали. Поехали сначала за город на каньон покупаться. Это что было там? Водоем называется. Карстившийся. Просто каньон, это так не называется. Там не озеро, не этот. А. Водоем. Короче, да. Это искусственный водоем. Среди скал, водичка. Да. Там есть... Была детская зона попрыгать. Ну, мы взяли с собой что-то еды. Я не помню, шашлык мы делали. Колонку. А, мы брали колонку, еды. Шашлык. Мангал, да, сделали шашлычки. И там были специально сделаны такие, ну, метра три, два-три метра бетонные штуки, типа, попрыгать в воду. И были не специально сделаны, то есть просто сверху скалы. Мы поднимались сверху вниз, ну, там, пляжная зона. Поднимались сверху вниз. Ну, ты иди. Ну ты урод. Спускались. Сверху вниз спускаются обычно люди. Я думаю только, у меня в голове слово чамбербер. А это тоже. Potato free and nuggets. Короче, чтобы прийти к зоне купания, вот так спустились вниз и купались. И вот мы видим. А где трубочки? Вот. Что там, откуда мы спустились, мы видим. Какие-то пацанчики местные прыгают. Мы такие, вау. Там высота уже на уровень другая. И чё? Мы прыгали как со второго этажа. Вообще первый пошел я. Вы там что-то сидели, я пошел по телефону поговорить. Высота того каньона, с которого мы хотели прыгнуть, это бешеный какой-то. Ну, метров 15. Ну, где-то с 5-6 этажа, как будто бы, не знаю, 7-го где-то. Ну да. С 3 вообще. Ну, 5-6, если этаж где-то 3 метра, то как раз метров 14-15 там было. И, короче, я пошел, чтобы погулять, посмотреть местность, и видел, что сны прыгают. А наши все сидели там на точке, купались, кушали. Я такой, блин. Сейчас как прыгну. Настраивался, короче, прыгнул. Вау, эмоции приполняли. Побежал вот так, пацаны. Такие, пацаны, нашел место. Идемте со мной, будем прыгать. Привел всех. Валик, тупо вообще что-то не думая, сразу пошел, прыгнул. Он посмотрел вот так вот и побежал, прыгнул. Потом поднимается через 5 минут, когда там выплыл, поднялся, говорит... Я отпрыгну, я вообще ничего не понял. А он, короче, понимал, что если он будет сейчас стоять и думать, он будет прям долго настраиваться. И он просто решил не настраивать, побежал и спрыгнул. Потом он прыгнул второй раз и говорит, вот во второй раз прям почувствовал, а в первый раз вообще да, не понял ничего. Резко. Я минут 10 настраивался, прыгнул. Потому что я сдох. В воздухе, когда летишь так долго... Это вообще стрёмно. Но потом эмоции, такой выплываешь там. Такой, я живой. Все это очень попробовать. Прикинь, как с парашюта прыгать вообще. Ого. Ты летишь там. Свободным падением. Я экстрим обожаю. Короче, вот это мы прыгали, купались. Потом двое наших друзей сгорели. А потом мы догорели, и все ну, пятером, ну все сгорели. Они сгорели, пошли в машине ждать нас. Угу. А мы сгорели, но хотели еще там побыть. А они уже все заныли, у них уже мухи кусают. Сгорели, все, не нравится. Ну, короче, ну все. Но это был не конец дыры. Мы все красные ехали. Я сделал сюрприз. Мы с Лаником придумали на вечер. Поехать, нашли самый-самый страшный хоррор-квест в городе. По всем отзывам, по всем сайтам пишут, что там самый трэш вообще. Мы никогда не были на хоррор-квестах. Угу. Были только там максимум в комнате страха. Но это абсолютно другое. Комната страха и хоррор-квест. Да. Хоррор-квесты, когда там актеры ходят, прям вообще ведут, прям ведут как программу эту всю. А хоррор-квест вас там за ноги дергают, там какую-то губу напугают. Там вообще все по-другому. Давай сначала. Мы так приезжаем.
Мы говорили друзьям, что мы пойдем сейчас на пейнтбол. Постреляемся. Угу. И все там вау, пейнтбол. Да, такие вау, попушили. А мы там приехали в какие-то подворотни. Говорят, что это такое? Ну сейчас там площадка пейнтбольная. Идем. И там написано квест, хоррор, там какая-то заброшка. Они такие, это что такое? Окей, вот квест будет. Кто-то расстроился, кто-то удивился. На нас начали... Сначала инструктаж. Ну да, провели инструктаж, бумажки подписать, что мы там не будем. Давай фотку, у нас же есть фотка там, где мы стоим. Да. До квеста. Давай ее в телегу закинем. Да, можно. Надо ее найти, не забыть закинуть в Телеграм. Короче, ребят, заходите в Телеграм. А, ребят, забыли еще раз попросить. Если кому вот просто не сложно, кто смотрит наше видео с России, включить VPN-чик. Нам будет очень приятно. Вы нас так поддержите. Да. Нам за это капнет реклама, капнет денежка. Ну, что тут скрывать. Поэтому кому не сложно, мы не настаиваем. Ну, короче, фотку в телегу. Мы сейчас стоим, увидите наши лица такие довольные. Типа, вау, сейчас будет хоррор-квест. Нам рассказали инструктаж. Сказали, нас могут бить шокером. Нас могут там какие-то физические... Не, нам сказали, какой уровень сложности. А. Мы сразу максимальный. На самом страшном квесте в городе говорим, максимальный, давайте все самое по-жесткому. Да. Нас спрашивают, вы когда-то были на квесте? Мы такие, нет. Она такая смотрит, типа вы что, вообще сумасшедшие. Она такая еще представляет. Да, точно у нас был друг какой-то, который ходил на квест, но никогда не был на страшных. А, он был на таких логических. Да. То есть у нас опыта в этом вообще никого не было. Она еще рассказывала, типа там, второй уровень, первый вообще для деток, второй уровень сложности, типа, возможно, физические прикосновения, но не особо. И третий, электрошокер, физические прикосновения, там, всякое такое, мы такие... Зачем нам второй? Сразу третий. Сказали инструктаж, сказали, можно матюкаться. Да, можно материться, но только нельзя бить актеров. Нельзя актеров бить, нельзя не по сценарию что-то делать. Да, идти за сценарием. Ну, короче, нельзя, если тебя куда-то ведут. Сопротивляться. Да. Все. На нас одевают наколенники, там такие сапоги. Латексные сапоги, такие застежки, почти вот на поля. До бедра. Да. И все, одевают на мешки на голову, мы становимся вот так вот в ряд, друг друга за плечи, и вот так вот все. И ведущая нам такая говорит, так все спокойно рассказывала, и потом говорит, вот так вот стучит громко, не стучит, это не она стучит, она говорит так, ну все. Начинается. И так вот, громкий стук по двери, какие-то крики, открывается дверь, и она говорит такая, забирай это мясо. И что он такое сказал? А, еще предыстория нам, подожди. А, это предыстория. А, то, что, ну да, нам рассказывали. Да. Да потом. Я не помню, что он сказал. Он там что-то нас напугал немного, там как-то сказал. Типа, что нам вообще капец, там что такое сказал. Да. И вот нас. Мы все идем, нас становят вот так к стене всех. Мы еще с мешками на голове в этот момент ничего не видим. Да, мы ничего не видим. Нам говорят историю, типа, квеста. Там история про то, что был какой-то мальчик, его там все чморили, закрыли в подвале, он там потерялся, умер, и потом через пару лет это мы, типа, его закрыли, вернулись сюда, посадили за ним. Мы были в школе? Да. И вот он над нами теперь будет издеваться. Мстить. Да, мстить. Пока нам рассказывали, нас там щипали. Он говорит, его зовут Алеша, этого мальчика, типа... Алёшенька, там вот был мальчик Алёшенька, мы его типа булили в детстве, и вот мы пришли к Алёшеньке, а пока рассказывали, он может подойти, в живот ударить, щипнуть, что-то сделать. За шею хватали, прижимали, душили. Угу. Ну, в меру все, но прикольно. А потом, я это не могу, я это расскажу. Давай. Потом? Он спрашивает, все понятно? Да, все понятно. И Владику пришла гениальная идея, просто... Шедевральная. Он вспомнил, как он спрашивал, а матюкаться можно? И в тот момент он решил послать его на три буквы. Он просто говорит «Ти». Угу. Он такой... Он спрашивает, все понятно? Я такой «Иди».
И тут, кто это сказал? А я, когда он это сказал, жестко засмеялся просто со всей дури. Мне так смешно стало. После этого всего, так ни с того, ни с сего, я смеюсь. Он подходит так ко мне, я стою в этом капюшоне, бьет меня с горла вот так жестко такой. И говорит мне, тебе такая, вот так вот там. Я там уже сыканул. Мне вообще не смешно сразу стало. Я захотел сразу сказать. Хотел сказать сразу, все. Квест отменяется. Можно было сказать, типа, отменить квест, все, там, тыры-пыры. Не, он сначала подходит, как, это ты сказал, вот так тебе. И я говорю, это не я. Ты такой, ты что, гонишь, типа. Он подходит ко мне, а я понимаю, что Паша под подозрением. Он подходит ко мне, берет тоже за шею, так, это ты сказал. Я жестко угораю под этим мешком, но звуков не издаю, то есть не видно, что я улыбаюсь. Я на секундочку успокаиваюсь, такой говорю, нет. И продолжает дальше жестко улыбаться, давить рыбу под этим мешком. И он поверил мне и подумал, что это Паша. Я его послал, он подумал, что это Паша. Возвращается ко мне, опять мне хватает, ну все, готовься. Говорит, Тебе, ты будешь потерпать больше всех здесь, тупо там молись. После этого момента я вообще удовольствия не получал никакого. Потом нас по одному начали водить. Да, берут нас, ведут куда-то. Меня поставили на колени, в мешке привязали. Подожди, что? Пока нас всех ведут, всех просто там берут как-то типа. А, тебя же первого забрали, да? Не, я последний как раз. А. Всех просто ведут, а тебя он прямо так за шею взял, да, и еще по дороге тебе что-то говорил. Да, он мне всю дорогу рассказывал, как он меня будет мучить. Что ты его любимчик, материл, да? Меня там просто всеми словами. Я поставил Пашу. Меня там попускали по полной вообще. У меня еще день рождения было. А мы с тобой в одной комнате очутились, или я не понял? Дима и Валик были вместе, так что мы с Ваней были. Да, да. Короче, все, начало квеста. Нам сказали. Мы откроем глаза и видим, что мы не одни в комнате. Просто я все время думал только о том, что я сейчас буду один, будет он, и он меня будет убивать просто. Я только об этом думал. Но я открою, все, снимает мешок, я вижу Валика, еще одного друга. Ну все, слава богу просто, я живой. Мы все прикованы наручниками к стене. Так, ну, про саму загадку я особо не помню, но прикол в том, мы ее... Это была первая загадка. У нас была проходимость квеста 1.5 часа, и мы 40 минут на этой комнате сидели, не могли понять. Подожди, сначала мы прикованы к стене, и надо как-то выбраться, хотя бы с наручников. Я увидел, что у меня, по сути, оно ни на что не держится. Я себя спокойно отцепил, а у пацанов на ключик. Я нашел в другой части комнаты какую-то сумку, порылся мне, нашел ключик, освободил Пашу и Ваню с нами был. И вот мы свободны, но дверь закрыта. Нам дали еще рации. Назначили четко. Да, мы забыли вначале сказать, что нам дали рации, и сказали, что мы будем сейчас вот так команды. А, то есть мы втроем в одной комнате, и два еще наших друга в другой. Нам надо открыть дверь. Хоть на стене странные рисунки. Свечки, какие-то цифры, цвета. Короче, странные. Ну и какие-то нам по громкой связи нам этот маньяк таким маньяческим голосом говорил загадки какие-то. Я не помню, что заключалось, но мы там должны были на стене что-то посчитать, в рацию сказать. Потом намек про свечки. Короче, загадки настолько вот были прям примитивные, что мы мыслили намного сложнее. Еще этот Ваня Папайный. Да. Такое сам придумал в голове. Рацию эту не отпускал. Еще эту рацию всю слышал маньяк. Там было три волны. Он слышал то, что мы говорим, а он молчал и все слушал. Я представляю, как они там смеялись. Что мы там бредили. А просто Ваня такое там. Ну да, у нас. Загадки прям примитивнейшие. А Ваня их так вуалировал. Ну, программист он начал. А еще там в рации прикол. Должен нажать, подождать секунду, сказать. Отпустить, подождать секунду. Это мое. А что ты откусил? Ты что, мне биомак? Вот этот кусок оставил. Ты что, мальчик? Это твой. Это моя половина. Какая? А где мой кусок? Это вот биомак? Твоя половина биомака. Это бигтести. Я не видел, как ты поменял. Я поменял. Взял, украл у меня. Ты думал? Три этажа бигтести. Типа. Короче, Ваня с Димой там с другим общались по рации. Вообще вот эти правила секунд не соблюдали. Они друг друга не понимали. То есть, когда ты говоришь, ты не слышишь. Они оба одновременно говорили, не понимали. А там наша загадка зависела от комнаты друзей, которые были в другой комнате. Позже, на самой этой первой локации мы потеряли 40 минут. В итоге
суть загадки. На стене нарисованы свечи, их надо было задуть. То есть просто подойти и подуть в стенку. Мне кажется, там не такое было решение. Он нам давал подсказки, другие, с номером телефона. Но он уже просто сказал в конце, задуйте свечи уже хоть что-то да. Где, чтобы пройти уже как-то типа возможно, решить. Возможно и так, да. Головоломку. Говорит, задуйте в подуринку. Все, молодцы. Открываются двери. Мы были в соседних комнатах, вот так между друг другом. И заходим в центральную. Сейчас. Встречаемся. Только там, ура, пацаны, что там, как дела? Все, тухнет свет. Электрошокеры херачат, угу. Заходят мужики в капюшонах, кто-то там в маске какой-то, угу. Ставят нас все на колени. Я, все так стоят в комнате, подожди, а я... сначала забирает один мужик, и мы находим внизу, типа такой тоннельчик, проход. Мы еще тогда вообще ничем, просто там разували. Разве? Да, он нам потом сказал. Хорошо, давай. Забивают, ставят на колени всех, а я единственный взял и побежал в ту комнату, спрятался. Стал там на колени. Из-за того, что я тогда стал... Подходит этот мужик, а что ты там сидишь? Он так подходит, я стою на коленях, берет меня так... А я был первый, кто получил электрошокером этим. Я стою на коленях, и он так берет меня так, прям в грудь меня так втыкает, и я там его там материл вообще, в полной программе. Ты что там вообще? Маты там летели? Да. Я никогда в жизни электрошокером не получал. Угу. А тут меня на коленях поставили. Неприятно, но... Но не так больно. Через одежду... А грудь больно была. Да? Да. У меня грудь не бью, меня в жопу бью. По ногам еще вообще ни о чем. Нам что-то там рассказывали, да. Что делать, подсказки давали. Стоял а кого-то забрали тогда или нет? Подожди, не еще нет. Стоял какой-то сервиз. Это не там был. Не сервиз, нет. В первой комнате какой-то маленький шкафчик. И вот внизу под ним тоннельчик маленький. Там это не там было. Там. Там не было вообще никакого сервиза, это не в этой комнате. Паша, мы сначала начали залазить в тоннель, забежал один этот момент. Да, мы залазили в тоннель, мы там он просто был. Типа, ну, хорошо, возможно. Там это никто. И потом мы все залезли, и там в этом в конце туннеля другой. Они нас зажали внутри тоннеля. И оба с шокерами. Мы начали обратно выбегать. Мы там задали какую-то загадку. Началось вот это с тоннелями. Мы обратно вылезли, нас снова поставили на колени. И тут началось убирание по одному. Он стоит такой, кого выбрать? А я такой, можно не меня? Он смотрит такой, ты там что-то красавчик или что-то швабра, пойдешь со мной. Берет меня так за дреды жестко. Я тогда тоже был дредами. И повел меня. И что-то говорит, что тебе нравится там? Дреды. Вот расскажу сейчас, как это было с моей стороны. Я потом расскажу, как вы там дальше... Короче, завел меня в комнату, рассказывал мне, ты любишь там какую-то... Тебя тогда забрали, ты не был в туннеле тогда, да? Вот мы залезли, вылезли в туннель, у нас еще и раз. И тебя, да? Угу. Ага, я понял. Первый выбыл я. Угу. Завел меня в комнату, начал, а ты любишь там какую-то жареную картошку? Я такой, да, обожаю, что мы кушать? Он такой, да, ложись на кровать. Я ложусь. А кровать старая, как в хоррор-фильмах. Ну и вообще помещения такие старые, бетонные, пахнет сыростью. Я ложусь на живот, на эту кровать, звездочкой. Он берет. Мои руки связывает внизу кровати, а ноги наверх привязывает и подвешивает. То есть руки вот. Вот так я обхватил кровать внизу, а ноги сверху. И чё? Говорит... Сейчас твои друзья будут тебя искать, а если не найдут, то Владика продырявит. И берет, снимает мне штаны с трусами, булочки мои торчат, берет паяльник. Вот к чему было, типа, жареная картошечка, булочки. Ну, не прям засовывает, но просто ложит паяльник между булочек. И говорит, ну, понятно, в розетку не включил, но я не знал, включил он или не включил. И говорит, все, сейчас все, типа, от твоих друзей зависит. И уходит. И кричит друзьям, все, Владик уже продырявлен, там что-то кричит. Вот так. Я лежу. Я думаю, блин. Ничего... У тебя был мешок на голове? Не, я уже просто лежал. Угу. Но с паяльником и со связанной... А, подожди, я забыл. Все были связаны руки и ноги. Руки и ноги с паяльником. До того, как он мне положил паяльник, он принес свечку. С воском. Вот там она горела, и он капал мне воск на спину.
И он такой, кричи, и я там кричал, ай, ай, ай. Ну, было не так больно, у меня болевой порог нормальный, но... Просто ты сгоревший был. Да, а сгоревший после солнца, оно придавало. Короче, покричал я с воском на спине. То есть он мне футболку затянул так наверх, воск покапал. И потом штаны с трусами стянул, положил паяльник и ушел. А я связанный лежу. Вообще не было, там тьма тьмущая, и фонарик вообще еле-еле светил. Мы так ползем, упираемся и видим там выход и замок висит кодовый. Мы думаем, что делать, тупим, вообще не понимаем. И тут в конце Валик говорит, пацаны, я слышу что-то сзади кто-то. Я так беру, поворачиваюсь еще фонариком. Или передал его, и там этот актер сказал, не свети в... И лицо. В лицо, да. Мы испугались и посмеялись. И такой, и говорит нам, у вас ровно 2 минуты, или я вас сейчас поубиваю электрошокерами тут просто. И Валя говорит, пацаны, я сейчас буду орать и буду лезть, там я сейчас все сломаю. Сейчас еще он говорил, типа, вы же по сути должны были меня спасти. То есть, типа, мы через 2 минуты были, должен был включиться паяльник. Да. Мы тупим, не понимаем, что делать. Он нам говорит, посмотрите на стены. Видим там какие-то кодовые замки, и там ничего не получается. Я там их сам водил, там быстро. Я сидел, там потел еще, там так жарко было внутри. Там крутил, у тебя замки ни один запал. Говорит, а посмотрите повыше. И там сверху был вход. И этот валик сзади вот так через всех пролазит, залезает туда наверх, смотрит, говорит, кодовые замки. И такой берет. Там была еще ткань сверху, третья, типа, там вторая, так и третья. Начинает ее рвать, и вот такой, пацаны, там выход. И этот актер говорит, кто залезет туда, табу, все, табу убью. А это было... Это против правил. А типа. это было вообще помещение, типа, ну, не для игры, не, типа, для да, этого. Это он куда-то туда залез. Все, он мне говорит эти пароли, я ввожу, и он там уже говорит, там уже после 9, 8, я ввожу неправильно, и он там молчит уже, не нападает, молчит. Ну, он понимает. А мне там такие цифры неправильно говорили. Короче, еле ввожу, вижу, так вот открылся замочек, вот так вот я его медленно открою, снимаю. И вот так, кстати, слышу за стенкой, что вы там что-то мутитесь, я кричу, пацаны, это то есть было рядом. Это все слышно, крики Валика. Я кричу, пацаны, помогите там. Ну, это мы не слышим, мы это слышали, когда, кстати, вылезли. А, там еще что-то мы было? Мы там такие? Еще, там, я расскажу. Хорошо, ответишь. Угу. И вот я выбиваю со всей силы, и там все выпрыгивают, и остается Ваня. Ваня там остается. Такая тишина 3 секунды, и потом... А-а-а! Там электрошокером он вылетает, вот так вот, за ноги держится там. И нам говорят, все, выпускайте своего Владика, или он умрет. Мы вообще не могли понять, что делать. Нам просто дали потом подсказку, что надо вставить ручку в шарманку, покрутить ее, и типа откроется дверь. Мы там и книги открывали, что-то бегали, смотрели, там придумали, выдумывали. Непонятно было. Но нам подсказали, мы открыли Владика. Открываем Владика и видим... И ты что там кричал? То что, а, пацаны, паяльник горячий. Он нам прикалывался над нами тоже там. Говорил. Я подыгрывал, типа. Да, это... подыгрывал там паяльник. Я открываю дверь и вижу там у Владика этот паяльник торчит, и он в розетке сверху там. Я думаю, все, Владика там черная же. Вынимаем сначала этот из розетки паяльник, убираем его. Развязываем его. Пока развязали Владика, решили там забаррикадировать дверь этой кроватью, к которой ты был привязан. Потом зашел этот квест-комнате, этот... Он зашел с газовой горелкой, такой да? большой, и огнем вот так вот нас попугал. Ага. Типа вот эти смехи, крики вот эти жуткие. И убежал. Паш, я думаю, продолжение второе. Вот. Так я хотел сказать. Еще рассказывать-то много. Я думаю, это мы уже можем видео, сказать, да. все съели. Если да. вам нравится, напишите. Мы продолжение тогда расскажем. И еще это не со мной, когда меня забрали еще. Там каждого забрали. Со мной повеселее. И Валика забрали, и Ваню, и Пашу. Ну, короче, там еще половина где-то. Так, ну картошку уже мы доедать не будем. Очень наелись. Спасибо тем, кто досмотрел. Телеграмчик, заходите, фотку закинем, короче. Все, лайки, подписки. Еще раз попрошу, типа, с следующих видеороликов, если вы с России, включать VPN. Правда, типа, вы бы нам очень помогли, было бы очень приятно. Для вас не секрет, что в России монетизация отключена, и если включить VPN, то нам будет с этого капать. Вам не сложно, а нам очень поможет развитию канала. Все. Всех спасибо, всем спасибо за комментарии, за все. Скоро почитаем ваши все комментарии, так что пишите. Все.
Пока.